ДТЗ со смертным исходом по вине нетвердого водителя отбылось в Гродинском районе. На дороге помеж Адельском и Вёской Грабяни автомобиль «Мерседес» съехал у кювет. Высветлилось, что у крови кировцы было 1,8 промилля. Мужчина затриманы. Немцам керовал 33-годовый мужчина. Он не справился с управлением и сутыкнулся с древом. От отриманных травм на месте ДТЗ помер пассажир иномарки. Он был пришпилен раменем безпеки. Еще один пассажир «Мерседес» серьезно не потерпел. Как высветлилось, водительское посвящение керовца «Мерседес» отримал у красовику этого года, после того, как был позбавлен правов за пьяную езду у 2013 году. У дочинении до 33-годового мужчины виновника здарения распространялся. Это криминальная справа.